Добрый день, друзья! Сегодня мы работаем с пианином Элегией. Вот у нас возникло, скажем так, некачественное дефилирование звуков, вызванное технологическим браком инструмента. То есть как не браком? Не совсем правильно сказать браком, скорее недоработкой технической. Что происходит? Вот сейчас мы продемонстрируем. Да? Я беру звук соль. Да? Видите, он глушится. То есть вот он идет звук, идет глушение. Ля бемоль хорошо глушится. А вот си бемоль, видите, я снял, а призвука слил. А? Так, что мы делаем? Аккуратно. То есть нам нужно показать вот здесь сейчас. Вот аккуратно. Вот, если видно, смотрите, вот ля, допустим, лапка, вот она стоит. Видите, как она? А здесь... И не хватает. Я что делаю? Я вот эту си бемольную клавишу аккуратно снимаю, да? Снимаю вот так со штифта. Вот. Теперь вот этот выкручиваю барашек. Он немножко получается вот, на котором штырь закреплен, он не зафиксирован как нужно. То есть он стоит, вот эта вот часть, она стоит чуть выше. Можно, конечно, здесь вот наколоть горячим отверткой или шельцем проколоть, но это будет малоэффективно. Что я делаю? Я беру маленький молоточек, вы тоже можете и двумя ударами, вот, вот чтобы они были только... Конечно, вот здесь держите, чтобы он не раскололся. Вот три даже сделали. Да? Теперь то же самое, берете этот барашек аккуратно, только он на резьбе у нас, да? Если пластмассовый, там бывают бочонки эти из дерева изготовлены. Вот доворачивайте, чтобы он фиксация получилась. Вот я вижу, что он, вот хорошо он зафиксирован. Так, теперь я что делаю? Отжал, ну, молоточек на штифт насадил. Ну, вот. Все, он рабочий у нас. И теперь у нас не должно быть призвука. Это не этот звук, да? Нет у нас. Ну, что идет, получается. А, вот у нас он стоит, он сюда идет, пардон. И сюда идет у нас сейчас. О, теперь видите, глушение. Тут у нас открытые были ноты, они. Все глушится, да? Все сняли, а до этого, если вы будете смотреть, у нас глушение полноценного. Видите, сразу глушится. То есть, если у вас, еще раз продемонстрирую, да, вот, в момент, когда клавиша, значит, уже в состоянии покоя встала, вот, а здесь у вас молоток остается, он как бы вот так, у вас же будет демпфер вот этот, вот надо вот сюда показать, вот отсюда сверху. Демпфер вот так немножко будет как приоткрытый, потому что не дает ей сесть на пол. Она должна вот так вот, да, сесть. Значит что, у нас вот это расстояние больше, чем нужно. Вот этот штифт на заводе не добит. Поэтому вы двумя-тремя ударами стукайте аккуратно, ну, желательно, чтобы не расколоть, конечно, клавишу. Вот прицельно, точно, по площади, вот, верхней части этого штифта. И все, и у вас до этого глушения не было. А сейчас у вас оно происходит. Причем как в положении просто мы молоток двигаем пальцем, так и здесь. Сейчас вот я продемонстрирую. Все, нет у нас звука, да, ушел. Все, если у вас такие браки, делайте свои, значит, дефира. Спасибо за внимание, встретимся на YouTube.